Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня к нам приехала наша любимая Вега. Это просто бомба. Здесь 8840 грамм серебра с натуральными камнями. Вот она, наша посылочка. С натуральными камнями, без каменка, новинки. В общем, я сама не знаю, что там, потому что заказывать, конечно, мы ее заказали. Но всегда нам кладут что-нибудь новенькое, интересненькое. И, в общем, давайте смотреть. Вот такие спецсвязь мешки упаковывают свои посылочки. Тут все глобально, тяжеленько. Так, сейчас я ее попробую. Как Дед Мороз я сегодня с мешком от Веги. Смотреть мы, наверное, будем всю неделю. И смотреть, и фотографировать. Это же все надо. Так что, девочки, кому прям срочно, набираемся терпения. Смотрим распаковочку. Если вам прям очень-очень что-то понравилось, пишите, я буду считать. Так, сейчас я переверну, иначе так это, конечно... Я буду долго сдирать мешок. Тут все очень-очень плотненько. Посылка жуть какая тяжелая. 9 килограмм. 2 5-литровые практически бутылки с водой. Очень-очень должно быть все красиво. Уже ручки дрожат. Так, я хочу все это открыть и вам показать. Так, ну это накладные. Так, это тоже накладные. Наверное, без каменка отдельно. И отдельно будет... Ох, ё-моё, как же это все поднять. Так, вот он, мешок без каменки. Без каменки. Ой-ой, тут все в перемешку. И тут тоже все в перемешку. Ну, давайте с чего-нибудь начнем. Хочется посмотреть. Богатство, все, тут все в перемешечку вижу, и натуральные камни. Давайте сразу пробежимся по хитам. Браслет Патриарший мост. Ну, уже все, наверное, знают. У нас, по-моему, даже еще на витринке они есть. Патриарший мост, артикул 021. И у браслетов, и у серег, и у коллекцию всего. Я их пока не вижу, так навскидку. Кольца паутинки. Ну, не буду доставать, девочки, тут все видно. Повторюсь, тем более, что половина из этого еще и на витрине есть. Кольца макраме, октаэдры, сертаки колечки. У нас еще это есть на витрине, если кому прям надо. Просто я заказывала еще. Сразу пусть пока будет. Это нам всегда нужно. Кольца Ялта. А, нет, это венок. Ялта чуть дальше вижу. Кольца венок. Это артикул 083. Вот они, Ялта. Разные размеры. Кольца Ялта, артикул 091. Девочки, без каменку даже не знаю, буду я снимать отдельно или нет. Скорее всего, мы просто добавим на витринку. По артикулам будете смотреть. Просто мы выложим, пропишем, сколько там размеров приехало, и все. Кольцо Наутилус, 066 артикул. Так, это у нас комплект Лабиринт. Серьги-кольцо, артикул 137. Кольца Багдад. Широкий артикул 055. Комплект Опунция. Опунция. Тоже там на витринке что-то было, по-моему, в другом размере. Комплект Опунция 096, артикул.
их сразу запакую, иначе сейчас у меня все это, конечно, перемешается. Так, Самарканд. Вот колец не было. Колец Самарканд не было, по-моему, ни разу. Серьги у нас есть, а вот кольцо. В первый раз приехала. С фианитами. В восточном стиле. Артикул 134. Сейчас пробежимся по основным. И потом покажу, что из новинок. В общем, верба. Артикул 084. Скорее всего, может быть, и в другом пакете будут сейчас все под это кольца и так далее. Подвеска лента. Кто-то тут раз нас все ловил, никак не словил. Вот, девочки, пока есть. Артикул 029. Так, из новиночек, чего у нас еще не было. Давайте вот по этим пройдемся. Это серьги Эйфелева башня. Артикул 089. У меня ручки дрожат, сколько сокровищ приехало. Так, это подвес, забыла, по-моему, он фунтик называется. Не помню. В общем, такой котеночек. Артикул 010. Тоже вот их много. Так, сертаки. Что у нас здесь? Подвесочка. Так, это у нас подвеска Бухара. Артикул 131. Так, тут она у меня с красным фианитом. Сейчас посмотрим, с какими есть. Красный, синий, красный, белый. В общем, разные фианиты. Так, котенок убежал, не хочет. Не хочет в пакетик. Патриарший мост кольца. Фетский диск, браслеты. Так, это вот из новенького, название не помню пока. По-моему, то ли Зульфия, то ли что-то как-то такое, но могу ошибаться. Должно быть, мне кажется, еще к нему серьги. Это артикул 073. Запоминайте артикул, чтобы потом на витринке отслеживать. Так, Стамбул, вижу подвесочки, значит, где-то должны быть серьги. Стамбул, 148П. Сертаки еще кольца. Вот они, Стамбул, серьги. Так, комплект кружева. Тут и кольца, и серьги. Это новиночки совсем. Котики вот такие миленькие. Прям спешу вам все-все хочется показать. Артикул 081. Так, сейчас я с этим пакетом закончу. Так, кольцо орнамент, опунция, фетский диск, большие подвески, комплект гурзуф. Кто знает, я просто уже перебираю. Так, это опять котики. Так, вот с натуры, что здесь попалось. Здесь у нас попался марганит. Так, это, по-моему, комплект Шанталь. Если я не ошибаюсь, немножко я в этих путаюсь. В полудрагоценных. Так, серьги, браслет. Сейчас вижу кольцо марганит. Что здесь у нас еще? Ай, девочки, какая красотища. Во, сейчас. Посмотрите, какая роскошь. Так, что у нас тут идет? Да что ж такое? Марганит, лимонный кварц, зеленый аметист, лимонный кварц, турмалин, лимонный кварц, зеленый аметист. Вот такой шикарный комплект. Так, судя по всему, сейчас уберу пакетики. Этот же комплект у нас идет с хризопразом, очень зелененький, агат и розовый кварц, розовый топаз. Так, ну тут, по-моему, без браслетов они. Так, этот же, вот с браслетом есть с аквамарином этот комплект. Не буду распечатывать.
Драконы. Это бескаменка, бескаменка, кольца. Это мы только первый пакет, девочки, открыли. Смотрите, какой дракон холёсенький. Он еще безразмерный, можно подогнуть. 0,31. Так, сейчас я все это в пакет. И мы открываем следующий. Терпите, девочки, шуршание пакетиков. Зато вы первый, кто это будет смотреть. Все, что, собственно, пришло. Так, следующий. Ох, ё-моё. Так, тут что? Тут без каменка. Не буду открывать. Много очень. Серёга и я. Посейдоны. Много мобили. Тут такое написано. И Семантиум. Прям целый пакет. Их очень много по размерам. Давайте мы вот этот откроем. Потому что тут вижу много натуральных. Девочки, вы готовы, что в ближайшую неделю, мне кажется, мы будем смотреть только Вегу. Это просто невероятно. Сколько всего. Так, отодвинем. И начнем прям с чего-то очень похожего на кожу ската. О, девочки, какая красота. Это колье. К нему, наверное, что-то еще должно быть. 0,57. Фианит цвета сапфир. Ой, хочу такую штуку. Я не знаю, с чем я буду носить, но я ее уже хочу. Так, и она же с фианитом под родолит. Змеючка. Так, буду откладывать. Прям подряд, девочки, будет всего очень много, но прямо сейчас подряд на выбор несколько. Лабрадор. Уже шикарный комплект, смотрите, какой. 3091. Размер кольца 18,5. Не буду долго прям показывать, я сейчас жив-жив. Постараюсь взять там, где по нескольку моделей. Потому что у меня уже, глядя на это, разбежались глаза во все стороны. Ой, все запуталось. Я сейчас так. Это у нас амазонит. По названиям пока не знаю. Я не очень помню все названия, которые в натуральных. 725. Комплект с амазонитом, лимонным кварцем. Так, этот же комплект еще вижу с лабрадором. Надо было с него начать. Ну ладно. Уже как бы тут... Так, тут что-то с браслетом сразу. Хризопраз, судя по всему. Нежненький маленький наборчик. Есть он с хризопразом, и тут еще какие-то. Вот такая красота. Это артикул 252. Так, есть он с хризопразом, с аметистом. Комплект лирика. Я его показывала, поэтому не так вот скольз. Малахит, агат, нефрит. На витринке, по-моему, с чем-то еще он был. Так, это... Так, тоже был у нас комплект. Боже мой, забыла. В общем, он, девочки, увидели. С лабрадором, с амазонитом, с принитом. Хочу я вот этот посмотреть. Тут что-то тоже с браслетами. Много всего. И это все с браслетами. Лазурит. Так, сейчас колечко. Лазурит. Вот такой комплект. Смотрите. Полужесткий браслет. Комплект есть. Лазурит вижу. Так, что у нас? Принит. Чароид без браслета. Амазонит без браслета. Принит. И это хризопраз.
Так, значит, принят идет с браслетом и лазурит с браслетом, остальные без браслетика. Сейчас я его уберу, чтобы он не запутался. Шикарный комплект. Спасибо вам большое, Лидия Григорьевна, за такую красоту. Так, это серьги. Отдельно серьги без колец. Должны быть они всякие разные. Ну, просто навскидку сейчас парочку достанем. А, вот так. Вот так это смотрится. Артикул 4080. Судя по всему, тут у нас коралл, черный агат, жемчуг. Много жемчуга. Так, а это у нас бирюза. Бирюза, коралл и жемчуг. Так, что-то мне тут виделось с браслетом. Кианит, наверное. Ох, шикарный браслетик. Я не знаю, девочки, как вы будете спать, честно. Потому что я спать теперь несколько дней не буду, потому что мне надо все это расценить. Мне надо это все сфотографировать. Ну, вы посмотрите, какие кианиты. Ну, умереть можно, девочки. 715 комплект. От браслета просто можно умереть. Это неземная красота. Я не знаю, сколько это стоит, но это просто неземная красота. Честно. Надо, знаете, как я подхожу, говорю: дорогой, ты меня сильно любишь, можно мне сразу, вот, мне сразу на Новый год, на 8 марта и на 5 дней рождения вперед, ты мне сразу выдели сумму, и я себе вот что-нибудь куплю. Понимаете? Вот это из этой же серии. Дорогой, я больше 2 года ничего просить не буду, но я очень хочу вот такой комплект. Так, тут что-то очень крутое и большое. Ай, девочки. Я не знаю, как жить после этого. После такой посылки. Это же еще мы не все. Это мы посмотрели, я не знаю. Маленькую часть. Принит, хризопрас, хризолит. Артикул 718. Так, этот же комплект есть. Сейчас, секунду. С тигровый глаз лабрадор. И второй. Они там третий, вернее. Так, ну эти у нас были сердолики, хризопразы. Так, набор кувшинка принят. Это уже в предыдущих видео было. Так, это как самый первый лабрадор я показывала с сердоликом и солнечным камнем. Они тут немножко, наверное, распаковались. Набор саламандра. Уже просто все знают, поэтому не распаковываю. Здесь агат, хризопраз, сердолик. Хочу просто новиночек найти. Магнолия. Браслеты и кольца тоже все знаете. Так, значит, они с сердоликом, амазонитом, кианит и лунный камень. Шикарный. Так, вот этот наборчик тоже сейчас где-то мелькал с браслетом. Приниты, аметисты, малахит. Класс. Вот магнолия еще с сердоликом. Хочу что-нибудь с браслетами найти. Вон, сережки какие-то интересные. Девочки. Ай, девочки. Боже ж ты мой, какая красота. Какая прелесть. Это коралл. Серьги 1560. Нет, девочки, это не вся красота. Они есть еще. Турмалином, с корундом турмалин. Ай, и тут ручки затряслись, смотрите. Я не буду распутывать, смотрите, какая роскошь. Шикарно. И с красным кораллом еще. Вот по одной штучке дефицит. Сразу видно, что вот прям чуточку нам их. Так, широкий комплект, который сейчас показывал, с кораллом еще есть. Что-то очень крутое с сердоликом. Еще показывать можно бесконечно. Я думаю, последний пакет мы открывать не будем. Там практически все без каменка. Сейчас. Застревашки. Запутывашки произошли. Сердолик. Это комплект артикул
726, еще есть с аметистом и сердоликом. У меня поток эмоций уже иссяк. Мне кажется, я уже в предвкушении, когда я сейчас досниму, я быстренько пойду все это расценить, снять, выложить. Девочки, какие серьги! 40-76 с агатом черным. Просто бомба. Это бомба. Себе точно беру одни. Все. Я все хочу. Что это за камень? Это солнечный с хризолитом. Так, опять тут запутывышки. Названий, повторюсь, не знаю, поэтому я вам по артикулам. Название потом, когда уже буду отснимать все. 708. Кто внимательно слушает, самые-самые новинки у нас приходят вот в распаковку. Но поскольку в распаковку я все не успеваю показать. А потом это выходит в группу нашу в Инстаграм. Ой, не в Инстаграм, господи. В WhatsApp и Viber. Поэтому если вы еще не в нашей группе, не там, то не все новиночки можете увидеть. 40-81. Смотрите, какие серьги. Жемчуг, майорка и агат черный. В общем, страждущие, пишите мне. Я вам расскажу. О, что-то красивое. С аметистом. Я вам напишу цены. Потому что до витрины это абсолютно точно не дойдет в том составе, в котором мы смотрим это сейчас. Это чароид с аметистом. Он потрясающей красоты. Шикарный комплект. Посмотрите. Просто бомбические цвета подобраны. Ох, я не знаю, да, как после этого жить. Все. С такой красотой. Так, магнолия с аквамарином еще. Маленький набор. Это, по-моему, сиванские они там. Хризопразы, что-то вот такое все. Сейчас что-нибудь такое крупное. Еще одни серьги с агатом. В общем, очень много всего. Так. Опс, прям сразу. Сердолик. Смотрите. 40-82 серьги. Так, вижу с сердоликом. И, по-моему, они все с сердоликом. Да. Так, еще агат. А, такие же, как сердолик, вот с агатом. Так, что у нас? Чароиты с агатами. Большой, широкий, который комплект кольцо. Тройной комплект. Миксовый. Так, это у нас аквамарин. А, был с сердоликом, да, я примеряла с сердоликом. Вот он с аквамарином. А, и даже вот они еще. Немножко раскрепились пакетики. Есть он с марганитом, с принитом, лабрадором. Широкий комплект тоже с лабрадором. Уже примеряли. Так, аквамарин совершенно невероятного оттенка. Чароид. Амазониты, аметисты, девочки, полно всего. Комплект радикал с хризопразом, аметистом и опять, а это другой комплект, еще хризопраз. С фианитами, наверное. Так, подгребаем. Что тут у нас? Комплект Боха, это без каменка. Миксовые всякие комплекты. Саламандра, опять же, с принитом и лабрадором. Радикал с шикарным принитом и амазонитом. Кианит и азурит. Кианит и лазурит, прошу прощения. Так, серьги. Вот эти у нас были. Агат здесь черный артикул 40-62. И такие же сердолика. Так, эти я уже показывала. Вот их тоже очень много со всякими жемчугами. Радикал с солнечным камнем.
Ох, еще какие-то лабрадоры с браслетами. Так, вот это мы сейчас посмотрим. Чароид. Лунники. Еще на неделю, девочки, залипаем у компьютеров. Это Раухтопаз. И смотрим нон-стопом, наверное, Вегу. Это Раухтопаз. Артикул 3151. Так, с этим разобрались пакетиком. Так. И еще чуть-чуть. И еще чуть-чуть, девочки, без каменка, без каменка. Просто пробежимся по новинкам, наверное. Потому что уже видно, что основные есть и нет. Пробежимся, чего нету. Серьги дракон к кольцу. Пробежимся по тем, каких не было у нас комплектов. Серьги дракон. Так, 0,31 артикул. Так, это вот на так по-быстрому Посейдон, Ракфор, Бохо комплект, опять Ракфоры. Ракфоры и менталь. Кратеры пришли наконец, серьги. Это у нас все. Так, вот этого не было, оставим. Египет, серьги, кольца. Так, это все было. Шамбала. Вот что-то новенькое. Змейки. Вот сейчас посмотрим. Шторм. Шиитаки. Кружево опять. Наборчики. Наборчики Эол. Эйлат, наконец, кольца вижу, серёг не вижу. Сиртаки кольца. Шамбала много штучек. Мобили. Это новые, сейчас покажу. Комплекты галс 100 лет не было. Вот они, серьги. Сейчас посмотрим новые. Верба. Так, это все было, это все было. Это сейчас для себя. Сейчас новинки найду. Совсем новые я вам достану. Прямо посмотрим. Это все, что было. Наутилус серьги. Так, это новинки, это новинки, это новинки. Все. Так, сейчас смотрим. Ой, браслет, прошу прощения, кошечки, собачки. Что-то там как-то он был про дружбу. Ну, не помню точно, как называется. В общем, вот такой вот мимимишный няжный браслетик. 0,39 артикул. По-моему, он чуть ли не один. Ой, комплект. Забыла, как он называется. По-моему, запятая. Вот такое колечко и... Немножко запутались, но понять можно. Вот такие вот серьги, как запятушечка. Так, это у нас какой-то маленький купидончик подвеска. Вот такой. Нет, вот такой. Да, вот так же он сидит. 0,67 П. Это уже все, это уже я от счастья уже обалдела. Прошу прощения за жаргон, но это все невероятная посылка. Это, наверное, самая большая посылка, которую мы, в принципе, получали. И от Веги в частности. Так, серьги и подвеска Пизанская башня. Артикул 189. Так, серьги должны быть и браслет Сейшелы. Это черепашки тут всякие. Морской тематикой, конечно, уже сейчас и не пахнет, но тем не менее, несмотря на то, что осень, море всегда хочется. Поэтому вот такие вот черепашки и морские звезды. Это артикул 0,19. Рыбки тут всякие, морской конечек. Так, сейчас упакую. Какой-то новый комплект. Не помню, как его фамилия.
мой, он с фианитами идет. Артикул 138. Комплект Греция. Так, где-то я тут видела серьги. Сейчас не найду. В общем, такие же серьги тут сейчас тоже где-то попадались мне. 0,45. В принципе, все, идем на финишную, потому что уже хочется все это пустить в продажу. И радовать вас новиночками. Так, вот они были колечки, которые я примеряла. Вот такого вида к ним серьги. Что-то восточное было. То ли Зульфия, то ли Зулейха. Ну, посмотрю потом. Артикул 0,73. Так, и завершающий. Ах, вот они. Колье, которое со змеей. Вот к нему серьги. Значит, оно комплектуется серьгами. Серьги. Фианит цвета родолит. Шикарные змейки. Замочки занижены. Так, артикул 0,57. И должны быть такие же синие. Сейчас посмотрим. А, кольцо. Ну, может, попадется и кольцо к ним. Синий, может быть, тоже где-то попадется. Могла просмотреть. Кольцо без фианита, я имею в виду. Все, девочки, на этой оптимистичной ноте. Кому очень срочно что-то понадобилось, и вам прям надо, пишите, посмотрю. Лучше добавляйтесь в группу нашу в WhatsApp и Viber. Я туда, когда начинаю фотографировать, выкладываю иногда тоже новиночки побыстрее, чем они появились на витринке. В остальном, напоминаю, что отсылаем мы в любую страну. Вайбер, WhatsApp, группа ВКонтакте, Инстаграм и наш сайт «Виртуальная витринка». Все написано под видео. Ждем обзоры отдельно, прилично, так скажем, без пакетиков. Все с четкими названиями, артикулами и ценами на недельки. Чуть-чуть сейчас я постараюсь в течение нескольких дней это разобрать. Наверное, начнем мы все-таки с каменки, потому что без каменку, если будет что-то, то, что уже было, в общем, просто мы добавим на витринку, ищите по артикулам, просто пропишем размеры, какие в наличии. Новинки без каменки тоже чуть попозже. Давайте все-таки начнем с камней, они просто шикарные, очень хочется все это увидеть с ценами, даже мне. Я вам желаю приятного дня, спасибо, что вы смотрели, спасибо, что вы подписаны, не пропускайте новые видео. Я вам всем желаю приятного дня. Всем пока-пока.